Привет, друзья! На связи управляющая компания «Цеха-26» и я, Лена Степкина. Сегодня мы с вами поговорим о том, как ставить точку А и точку Б и как правильно заносить эту информацию на платформу. Итак, точка А – это тот заработок, который вы достаете из бизнеса на себя. Это та сумма денег, которую вы тратите в месяц. Если же вы сейчас тестируете новую нишу, то обязательно ставьте ту сумму, которую вы достаете, может быть, из прошлого бизнеса или вам дает муж или мама. Обязательно точка А должна быть не равна нулю. Ребята, важная информация, не равна нулю. Точка Б – это та сумма, которую вы хотите получить за 2 месяца. То есть, например, если вы зарабатываете сейчас 100 тысяч, а хотите удвоиться, то точка Б равняется 400 тысячам рублей. И следующая важная информация. На платформе вы ставите 100 тысяч рублей 1,5 нулей. Мы не пишем ТР или что-нибудь в этом роде. Обязательно 1,5 нулей. Так, ребятушки, я надеюсь, что сейчас вы поняли, как это делается, вы поняли, как ставить точку А и точку Б. Если у вас остались вопросы, напишите, пожалуйста, их прямо под этим видео, и мы вам ответим. Пока-пока!